Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». Начнем с ивента. Как всегда, по стандарту. Ни шагу назад, как говорится. Идем на прополую. Ну хорош. Ромашка, все, я уже понял. Ага. Защитить. Ох, ёкаламане. Гаргантюа целая куча, друзья мои. Так, мне еще и дали определенные растения. Как хочешь, как говорится, так, ух ты, смотри, как они прикольно мне выдают тут. Так, давай поставим сюда. Пошли, так, мины, на всякий случай, ребята, с вами будем выставлять здесь. Раздают такую возможность. Мины обязательно будем выставлять. Так, что они там? Давай, давай, замораживай их, пожалуйста. Естественно, куча зомбарей, как всегда. Энергию дадите мне или нет, а? Солнышки, давайте, пожалуйста, энергию мне. Так, будем с тобой выставлять мины. Вот так вот, каждый ряд. Так, нам нужно с тобой еще... Опачки, опа, пулечки. А кто у нас там идет? А это Гаргантюа, собственной персоной. И это плохо. На самом деле это очень плохо. Так, я не знаю, что делает у нас под ультой. Нет, по-моему, знаю. Мы уже с вами делали разок как-то. Просто вот так вот заморозили и все. На всякий случай я вот здесь вот тоже мин понаставлю. Так, орех бесполезно ставить, да? Гаргантюа все равно их разбомбит. Причем на изи. Причем быстро очень. Нам только вот замораживать, замедлять его, как вариант. Да иди ты отсюда, мелкий. Прыжок он тут сделал, веры мне. Так, следующий гаргантюа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, успеем ли мы, я не знаю. Но надо их замораживать. Почаще, побольше. Ну. Вот, пускай там еле-еле идет. Мина, если что, там одна есть. Тут еще вторая будет. Надеюсь, как-нибудь продержимся. А если я вот так вот... Слушай, а мину можем вот так вот же клонировать. Мы можем с тобой клонировать мину. Я совсем это забыл. И это будет лучший вариант. Эй-эй-эй-эй-эй, он идет. Напропалую, прикинь. Так, давай листочек сюда. Спасибо большое. Да ё-моё. Еще один гаргантюа тут у нас явился. Не заплился. На этой, да, полосе идет. Мины есть? Дайте мину. А чтобы мину поставить, нам нужно с тобой, конечно же, солнечная энергия. Так, может быть, ее клонировать? Или вот так вот сделать? Ух, хорошечно. Давай сюда. Ой, я немножко ошибся, друзья мои. Волна последняя только сейчас пошла. Так, хорошо, что мне еще один листочек дали здесь. Слушай, ну неплохо мы их тут замораживаем, если честно. Посмотри, что происходит. Просто не даем им здесь никакого шанса к нам подойти. Бум, сейчас орех уничтожит. Уничтожил. Так, давай вот так, наверное, сделаем с тобой. Ультушечку. И вот здесь тоже я хочу ульту сделать. Уже замахнулся, ты прикинь. Он уже сделал свой замах. Но мы его заморозили и уничтожили. Так, давай-ка вот здесь поставим тоже. Ну куда ты прешь? Вот взял мне мину всю, испортил только. Хлыщ этот. Все, друзья мои. Довольно легкий был ивент. Тем лучше для нас. Давай открывать пиньяты. Ну-ка. Так, это у нас орех-жвачка, или как его там звать. И 1500 голды. Окей. Ну что, а теперь, друзья мои, как вы помните, вчера мы открыли с вами новую территорию, новую локацию, новый биом. Называйте как хотите. И мы сейчас отправимся именно туда. Но вначале на огород. Что у нас здесь созрело? Так, деньги. Хм. Вот этот орех, кстати, хорошо взять. Мне сказали, что он делает стену на весь ряд. На все ряды даже, я бы так сказал. Поэтому мы, наверное, его возьмем. Но не сейчас. Когда будет... жестко. А когда будет жестко, мы с тобой узнаем это. В общем, пока тут все хорошо. Все пучком, можно не беспокоиться. Давай-ка мы посмотрим, что же это за новый биом у нас открылся. Так, это мы с тобой покидаем. И... вот он, да? Dark Age. Темные времена. А, точно, друзья мои, тут же грибочки наши родные. Ну что же, начнем с первого уровня. Давай.
Грибочки-то грибочки. Всего здесь, я как помню, 19 уровней. Не так много, но и не так мало. Говорят, здесь будет в то же время и легко, и сложно. Ё-моё, зачем так столько могил-то здесь надавали? Так, что нам нужно? Нам, наверное, нужен будет вот этот орех. Кстати, вот эту вот я так и не спробовал. Что она делает? Без понятия. Проверим. Возьмем с тобой лава-гуава. Также возьмем аки. Давненько не брали, да? Естественно, наш лазербин. Хотелось бы, конечно, мне взять цитрона. Но я думаю, что пока без него обойдемся. Так, надгробия эти сразу же уничтожаем. Ну, вначале грибы, естественно, грибочки наши. Маленькие, вместо подсолнухов, да, теперь будут у нас грибы. Потому что ночью именно так все и происходит. Почему именно они взяли, что грибы любят ночь? С какого вдруг перепуга? Что же ты такое? Что ты делаешь? Вот ты что делаешь. Делает мне, ребята, определенную ячейку, да? На которой потом будет срабатывать ульта. Так, хорошо. Окей, давай выставляем сюда. Слушай, а почему, смотрите, ребята, здесь какие-то надгробия есть? А, если я уничтожаю, мы получаем оттуда солнышки, верно? А, ну-ка, давай вот так тогда сделаем. Ну, первые уровни, насколько я помню, ребят, будут самыми легкими. Ох, поджарили. Да, солнышки дают. И это хорошо. Тут же, по-моему, вот от с этой, да, локации начинаются зомби, которые будут у нас делать эту вертушку торнадом выходить. По-моему, здесь. Так, слушай, а здесь же зомби-то у нас крепкий идет. С шапкой, так скажем. Мы можем с тобой поставить вот этот орех. Угу, мы с тобой вот так сделаем. И уничтожим вот эти вот надгробия. Так, куда ты прешь? Ты видишь, сразу сожгли к ядре нефиги его. Так, давай, грибочки, вылазьте. Эти мы надгробия с тобой уничтожим. Так, окей, отлично. Горите все. Слушай, ну лава-гуава, в принципе, мне нравится. Хороший дамаг. Ну, средний, так скажем, дамаг. Ага, здесь у нас защиты нету, здесь защиты нету. Этот сгорит или нет? Нет, не сгорел. Неплохо, что не сгорел. Так, грибочки наши подросли. Мы с тобой... Ой, не туда поставил. Друзья мои, не туда поставил я лаву-гуаву. Так, давай-ка мы, наверное, тут защиту с тобой поставим. И что у нас? Еще есть вон там вот одна могилка. Мы ее уничтожим. Этих здесь, наверное, подпалим. Хорошо их, да? Лавой этой, соком. Так, подожди секунду. Здесь-то я все забываю про этот ряд. Так, что-то я взял с собой не то, что нужно, если честно. Давай мы их, наверное, вот так вот с тобой сделаем. Упс, у нас проблемы, друзья мои. У нас с тобой проблемы. Заключаются они вот в чем. Придется здесь убирать гриб. Придется нам с тобой здесь убирать гриб и выставлять лазербин. Или же вот так вот. Окей. Но это мне мало помогло, если честно. Куда ты вот прешь? Ох, хорошо как. Так, 200 энергии, если я накоплю, я смогу призвать лазербин. А он, по-моему, здесь очень нужен мне. Так, 135 энергии уже накопили. Так. Да вы уже меня припарили, если честно, надо вас уничтожить здесь. Угу, гори, гори, гори. Ясно, чтобы не погасло. А вот и лазербин созрел. Давай впаривай им там по полной программе. Так, секунду, опять тут у нас, ребят, прошлись. Прорвались вражины. Что я могу сделать? Если я применю ульту сюда... Ну, неплохо, в принципе, да? Здесь еще вот так вот лава-гуаву поставим с тобой. Так, что это у нас? Волна пошла дикая. Что-то как-то я тут растерялся, если честно. Врать не буду. И что-то как-то у меня здесь не получается. Игра не клеится, если честно. Не клеится, и все тут. Тут сейчас орех съедят.
А мне даже выставить некого. Представляешь? Ну, хоть кто-нибудь созреет. Как они долго дают энергию, а эти грибы. Он довольно такой, думает, сейчас пройду. Ага, а тут его лава-гуава будет ждать. Хи-хи. Так, выставим сюда Аки. Давай-давай-давай, сгорайте. Слушай, а вот эти вот в кучку сейчас тут встанут, как раз и погорят. Да, все. А я еще вот так вот, хоба, землю напополам. Смотри, смотри, как их вжаривает. Сейчас еще и лава тут сработает. Ух, все. Неплохо. Так, и нам дали грибочки. Я очень этому, конечно, рад. По ночнику только грибы. Подсолнухи здесь работать не будут. И мы пошли с тобой на следующий уровень. Так. Солнечный шрум. То есть солнечный гриб. А мы тем временем переходим на следующий уровень. Так, здесь нам дают вот такие вот грибы. Я думаю, что нам нужен будет вот этот вот грейв-бустер. Вот персик этот вряд ли нам здесь пригодится. Вот защитник, кстати, неплохо будет, да, здесь. Кстати, мы можем с тобой взять вот этого вот эндуриана, лава-гуава, и здесь же нам пригодится бин. Даже цитрона брать не будем, хотя... Нет, не будем. Вот такой командой с тобой пойдем. Хотя нет, ребята, подсолнух я могу взять. Ух, что же нам тогда сделать? Что нам с тобой сделать? Да никого я не буду менять, пойдет и так. Будем с тобой добывать солнце вот из этих могил. Давай, гриб, иди садись. Расти большим. Так, а мы с тобой будем пока, наверное, вот этих вот малышей выставлять здесь. И потихонечку там бомбить себе. Так, откуда пойдут зомби? Отсюда, да? Мы можем с тобой вот так вот защитника сюда влепить. Для начала. Эти малыши пускай бомбят. Потихонечку, не спеша. Тогда я вот это вот уничтожу, а? Мешается только здесь. Так, секунду. Лава-гуава, сработай. Всех облила, да, своим соком ядовитым. Так, интересно, эти малыши справятся вот с этим зеленым зомби? Или же нет? Ну, по идее, должны. Он, у него уже рука отвалилась. Так что все хорошо и без проблем. Давай вот сюда еще одного поставим. Для контроля качества. Опс. А вот это вот лишнее будет, парень. Иди отсюда. Так, давай вот это уберем с тобой. Ой, а почему он исчезает? Ребята, почему он исчезает? Эй. Грибок, вернись. С какого-то перепуга взял, исчез. Ну-ка, лава-голова. Давай сюда, потому что тут чувак в шлеме, как мы видим, с ведром на голове. Сейчас мы его откинем. Так, а здесь-то у нас плохо все. Здесь идут чудики. Я вот сюда еще эндуриан поставлю. Здесь лава-гуава будет стоять. Почему грибы эти исчезают потихоньку? У них есть какой-то определенный срок, что ли, действия? Что-то я, честно говоря, не помню такого. Чтобы у них был какой-то там определенный срок. Ну, получается так. Так, надгробия эти уничтожаем. Мешается только на самом деле. Отвлекает очень сильно. Упс. Родной, ты куда забрался ты? Давно не получал нектаром? Так, этого отбросим. О, лазербин наконец-то у нас накопился. Эй! Партизанишь? Ну-ка, что ты делаешь? Вот так вот бомбит потихонечку, да? Слушай, а что это надгробий-то так много появилось? С чего вдруг ты? Я их вроде уничтожаю, а они все появляются и появляются. Надо убрать. О, наконец-то мне пошла энергия. Ребята, а раз энергия есть, значит ставим с вами лазербин сразу же, без разговоров. Также выставляем здесь эндуриана, чтобы он стоял здесь на стреме. Ой, как чудесно, как хорошо-то все, а. Прям слов нету. Блин, бедный эндуриан, смотрите на него. Вскрыли черепушку. Давай вот так вот сделаем с тобой. На всякий случай пригодится.
Ну что, волна пошла первая, да? Слушай, я думаю, что мне будет сложновато дальше играть. Вот что-то вот предчувствие у меня такое. Будет дальше сложно мне разруливать здесь эту ситуацию. Куда ты прешь? Тебя сюда не звали. Тебе здесь не рады, парень. Ух, все срабатывает, все, везде взрывы, лава. Лучше не придумаешь. Так, защитники. Пускай здесь у нас будут стоять. Вот куда вот этот вот ханорик прет? Вот скажи-ка мне, на милость, а? Куда вот он прет? Совсем рамсульки попутал. Тыщ, просто там облили всех. Ну, а что делает Эндурион у нас? А, он такой вот в шипах. Чук-чук-чук, шипами поработал и все. Ну, как ты понимаешь, этот уровень мы с тобой прошли. Но последний зомбарь есть. Но дальше, мне кажется, будет сложнее. Кстати, вот этот... О, дали нам грибочек этот теперь, да? На постоянной основе теперь будет у нас. Причем, видишь, тут какой-то значок такой, типа, ядовитый. Не рекомендуется есть. Ну, давай мы, наверное, что мы там получили с тобой, пиньяту, видимо. Окей, первая пиньяточка. Давай вскрой, посмотрим. Солнце-гриб. И все? А, нет, еще одна. А здесь тоже солнце-гриб, или как? Нет, здесь паф. Паф-шрум. И солнце-гриб. Окей. Все забрали. Так, ивент. И мир. Ну что, поехали дальше? У нас с тобой следующая миссия. Так, ну, я ничего не вижу здесь подозрительного, кроме вот этого зомби. Маленький поп какой-то. Возьмем подсолнух с тобой сюда. Я думаю, что возьмем, наверное, бонг-чоя нашего. Давненько мы его не брали. Лаву-гуаву. Ну, на всякий случай возьмем аки и вот эти вот грибы. Так, редиска мне, наверное, здесь не понадобится. Слушай, где у меня... Все время его теряю. Лазербин, ты где? Алло, роднули? Постоянно, ребят, я его теряю, вот он. И голографический орех мы с тобой, наверное, возьмем сюда. Все, вот такая вот команда у нас с тобой будет. Поехали. Ой, забыл взять. Могилоеда забыл взять. Вот это я лопухнулся. Ладно, будем с тобой справляться с помощью кого? Бонг Чоя, он у нас любит ломать эти надгробия. Причем довольно быстро и легко. Так, это у нас третья ночь с тобой. Третья ночь. Так, давай подсумок еще один выставим. Так, ты далеко собрался, родной, а? В своей бомжовской шмотке. В чулках, елки. В чулках. Ай, чулочник. Ну, гриб, подобьешь ты его или нет? Молодец, красавчик, сбил. Блин, как я тут буду долго ждать, а, друзья мои? Этой солнечной энергии, блин, до посинения, по ходу дела. Ладно, этого в чулках сейчас тоже завалим. Можно, в принципе, и вот так вот сделать. Орех голографический. Он с ним будет, наверное, долго здесь париться. Ой! А это-то что еще? Я так не договаривался, эй! Друзья мои! Ну-ка! Иди отсюда! Явился он мне тут, понимаешь ли. Хлыщ! Так, грибок, ты, главное, не исчезай. А он исчезает. Он собирается исчезнуть. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай тогда вот так вот сделаем. Так, а этого успеть? Да должны, в принципе, успеть добить. Так, я до бонг-чоя доживу вообще или нет? По-моему, не доживу. Сколько он стоит-то у вас? Он не так дорого, 150 всего энергии. Ну, эти, конечно, да, лучше взять грибы. Они дают побольше энергии, почаще. Это что-то вообще никуда не годится. Согласись. Так, мне бы, конечно, защиту поставить. Я не знаю, справимся ли мы вот с этим пердуном. Он идет. Мы ему даже шлем еще не сбили. Придется, видимо, его
наказать вот таким вот образом. Лава Гуава, конечно же, кто еще тут может нам помочь? Так, нам выпал стебелек. С этими-то разберемся. Вот с этим, наверное, уже не разберемся, друзья мои. Здесь только ульта. Че это за жидкарь такой был сейчас? Да. Ладно, пускай вдвоем бомбят. Тут вот этот мелкий идет у нас, партизаниш. Его тоже сейчас подобьем. В всякий случай я прикроюсь вот здесь вот защитой. Еще один грибок поставлю. Так, а вот здесь вот... Нет, ребят, так не прокатит. Все, пускай горит. Адским пламенем. Только так. И никак иначе. Так, мне нужно очень много солнечной энергии. Для чего? Для того, чтобы, ребят, поставить лазербин, который уничтожает весь ряд. То есть и надгробия эти будет убивать. Да? И все тому подобное. Так, лазербин, он стоит 200. В принципе, осталось совсем чуть-чуть. Вот. Мы с тобой выкапываем вот этот гриб и ставим сюда уже лазербин. Вот так вот будет оптимально. На всякий случай сюда поставим. Ага, пока он еще не исчез, ничего мы сюда не поставим. И в любом случае лучше ставить бонг чой, мне кажется. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Друже, друже, куда вы? Куда вы собрались-то? Блин, орех-то этот. Орех-то этот страдает, бедный. Ну-ка, вжарим. Может, Аки здесь поставить? Так. Что он ест сейчас в данный момент? Ай, тя-тя-тя. А как тут-то быть, ребят? Придется нам с тобой потерять одну газонокосилку. Я так понимаю. Что-то как-то вообще мне не получается за эти грибы играть. Что за дела, блин? Друзья мои, что-то за фигня какая-то. Грибы эти, ну, сгори в аду. Отродье нечестивое. Так, так тут еще один гриб идет. Дайте хоть защиту, я не знаю, поставлю что ли. Пускай бомбит. Так, на всякий случай сюда гуаву поставлю. А этого... Этого-то хлыща что, не добьешь? Нет, добил, молодец, красавчик. В общем, невыгодно нам, друзья мои, одним словом, здесь выставлять вот эти грибы мелкие. Лучше работает лазербином, там, я не знаю, кем угодно. Ну, что-то вообще как-то не особо хорошо. О, еще и волна идет. Еще и волна. Так, мы можем с тобой сделать... Зря, сработало, сработало уже эта штука. Да, блин, бонг че, ну... Хорошо, хотя бы так сделаем. Так, здесь-то сейчас съедят у нас. Слушай, а дай-ка я ульту. Во. Нормуль? Нормуль. Долго она, интересно, держится? Наверное, недолго. Наверное, недолго. Сюда еще на всякий случай сделаем защиту. Чего-то не хватает мне. Не хватает вот чего. Бамс. Все горит, все тут. Ну, горите там уже в аду, ё-моё. Окей, бонг что тут наяривает, хорошо. Мы можем с тобой, знаешь, что сделать? Сюда гуаву, да? Ну, она не спасет нас здесь. Лучше мы с тобой поставим бонг что, и вот он нам поможет здесь с тобой. Очень даже хорошо. Убираем вот этот подсолнух, последний. Копим немножко с тобой энергии и ставим... Нашего кого? Лазербина, правильно. А может быть, даже и не понадобится. Пока они тут будут этот орех грызть, мой бонг чё, наверное, их тут всех ушатает. Мы даже можем с тобой сделать, знаешь как? Ой-ой-ой-ой-ой. Ушатает ли? Вот в чем вопрос. Но... Вот так, и давай-давай-давай-давай-давай-давай, навяривай. Наяривай. Да, друзья мои, никто не прошел. Но все равно как-то напряженно. Вот чувствую напряженность, понимаешь? Нет такого на изи. Как-то вот, видишь, всю тут суету какую-то развели. Что-то не то я делаю, видимо. Надо менять тактику. Ладно, следующий уровень. Я, кажется, понимаю, в чем проблема. Я делаю немножко не то. Надо взять обычных растений побольше
и не суетиться. Так, что тут у нас? Дэйв пришел, как всегда тут панику развел, а зомби у нас опять обычные идут, да, в колпаках и тому подобное. Ой, тут даже вот так вот. Ну, вот такие вот миссии я почему-то люблю, если честно, ребят. Такие миссии мне нравятся. Когда ты должен атаковать всякими своими способами. Давай-ка, наверное, вот сюда поставим грибочек этот мелкий. Катапульту. Будут сильные зомби, будем, естественно, гипногриб применять. А пока, конечно... Ох, ё-моё. А могилки-то растут. Не по дням, а по часам. Еще один гипногриб. Пока не будем его тратить. Что такая музыка, знаешь? Как будто при замке короля где-то. Знаете, эти оркестры играли. Не оркестры, как там величать-то? Ну, вы поняли, короче. Так, еще один листочек. Гипногриб, наверное, пора, да, нам с тобой здесь применить. Пускай они друг друга тут едят. Так, тихо. Иди обратно, пожалуйста. Ну, против этого, конечно, он не справится. Ёпрасоте. Давай, жуй. Все, съел, довольный. Теперь чапай отсюда. Так, мы можем применить сюда вот таким вот образом. Еще гипногриб. Приберегем его. Тут еще две волны, не забывай об этом. Две волны. Будем эти вот могилки уничтожать с тобой. Катапульта. Давай ставить ее. Два удобрения. Это, ребят, помните, я назвал листочки, а это на самом деле удобрение у нас оказывается. Я думал, что это листочек какой-то усиливающий. Так, что, первая волна готовится, да? Я ведь прав? Я ведь прав. На всякий случай поставим сюда. Так, этот у нас с флагом там бежит. Наяривает. Давай, 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 давай. Вот этого так, ханорика подобьем или что? Подбили, молодцы, красавцы. Так, зомби этот пошел. Конечно, его сейчас уничтожит вот этот в шлеме. Этот в шлеме его подобьет. Я же говорю, давай капусту сюда ставь. А не смотри тут. Так, наверное, еще придется всякий гипногриб здесь поставить. И вот здесь. Хотя, подожди, подожди, подожди. Посмотрим, может быть, этот справится с ним. Рука отвалилась, значит, все нормально. Ну, там друг друга жуйте. Так, вот сюда поставим гипногриб. Ага, ага. Вижу врага. Давай. Чеши отсюда. Так, друзья мои, тут что-то как-то плохо. Катапульты вперед, бомбим, бомбим. Мне больше некого выставить почему-то. Почему больше никого нет? А, вот. Ну, поставим с тобой вот сюда на всякий случай. Пускай будет стоять, ждать своей очереди. Вот сюда выставим. А интересно, а что делает гипногриб под ультой? Кто-нибудь это проверял? Я, кстати, не проверял, а мне хочется посмотреть. Некромантия. И что это такое некромантия? Давай проверим, что делает гриб. Что это было? Ну-ка, давай проверим. Съешь грибок этот. Ох, ядрить тебя на корень, друзья мои. Если враг съедает у нас гипногриб под ультой, мы получаем с вами гаргантюа. Ты прикинь, а я этого не знал. Теперь будем знать. Теперь я понимаю, почему меня просили: купи гипногриб. Он очень крут, действительно он очень крут. Потому что гаргантюа, ну ты сам понимаешь, это передовая элита зомбарей. И они тут, видишь, бомбят и идут. Вот это у нас тоже под ультой. Так что если этот сейчас съест, он превратится в гаргантюа. Просто гасит их всех налево и направо. Офигеть. Жестко. Такой разбор полетов. Давай сюда еще поставим гипногриб под ультой. И вот этот.
Я думаю, больше никого не надо вызывать, ребят. Победа тут за нами. Просто в хлам его с такой дубиной. Это палач. В средние века такой был. Так, ребята, это у нас дымогриб, если я не ошибаюсь, верно ведь? Смоук мушрум должен называться, по идее. А, нет, тут файм или фумы, шрум. Ну, не имеет значения, поехали дальше. Так, Дэйв с Пенни опять пообщались. Ну, а покажите мне, пожалуйста, противников. Оп, я так и знал. Вот он, друзья мои, этот шут гороховый. Этот шут гороховый как раз-то здесь. Лазербин возьмем с тобой. Я не знаю, как с ним воевать. По-моему, блин, я не знаю, ребят. Лава Гуаву возьму сюда и... Мина нам навряд ли здесь поможет. Бонг Чо есть только. Как-то вот такая вот команда у меня получается. Не пойми какая. Сталия. Может быть, дымогриб нам лучше взять с собой. Кстати, дымогриб у нас имеет электричество. То есть, ну, мы можем его прапать. Апгрейд. Прямо отсюда, что ли? О, не надо никуда выходить. Прямо из менюшки взял его и прапал. Вот и хорошо. Ну что, Лазербин, все дела. Грибы. Все как полагается. Поехали. А я опять забыл могилоеда взять. Ладно, фиг с ним. Попробуем без него справиться здесь. С могилоедом и дурак пройдет, да? А ты попробуй без него. Вот и будем пробовать. Темные времена, ночь пятая. Или темные века. Наверное, темные века, скорее всего. А не времена. Так, грибочек подрос так быстро. Слушай, этот хорюк идет. Смотри, идет. И в ус не дует. У меня защитник есть. У меня есть, друзья мои, вот такой вот бравый парень, который откидывает этих зомбарей. Кидри, не фени. Давай, лети отсюда, пташка. Ты нам здесь не нужен. А мы с собой выращиваем дальше грибы. Может быть, замедлить эту всю компашку на время. Два рядка грибов, я думаю, будет более чем достаточно. Но не забывай, здесь эти шуты гороховые. Можем поставить сюда с тобой вот так вот. Орех. Орех пока не... Интересно, этот с вертушкой, он может пройти через орех или нет? Шут-то этот гороховый. Ну, мы сейчас, в принципе, увидим это сами. Но лучше все-таки взять лазербин. Пока есть такая возможность, чтобы мы могли простреливать ряды с тобой. Грибы, вы будете расти-то у меня или нет? Что такие мелкие-то? Ну, вот, спасибо большое, хотя бы здесь. Так, этого замедлим, чтобы он тут слишком не разгонялся. И грибочек с тобой еще один высадим. Слушай, конечно, не помешало бы здесь поставить защитника, чтобы оттолкнуть его на всякий случай. Давай-давай. Опа, вот так вот его. Кстати, далеко откидывает, между прочим. И заметь, что гриб дает очень хорошие, большие солнечные энергии нам. Так, мы сюда, наверное, с тобой поставим вот так защиту. А за защиту у нас будет, естественно, Бонг Чой наяривать. Так, вот этот парень что-то тут разогнался. Вот, шут гороховый, ребят, вот он, шут. Надо смотреть, что он там будет делать. Получится ли у Бонг Чой справиться с ним. Ну, да, минус черепундели. Так, что там у нас? Вот, видишь, лазербин готов. Не надо тут хрюкать. Быстро замедлять всех. Мало того, что замедлять, мы еще с тобой вот так вот сделаем. Ой, красота. Ненаглядная, я тебе скажу. Так, я не могу сюда поставить, потому что здесь, ага, могила стоит. Опять этот с бубенчиками бежит. Дурила-то. Ну, давай вот так вот постараемся с тобой его, что ли, уничтожить. Опа-на, друзья мои. А здесь-то у нас с вами... Хотя, нормуль все. Замедляшку. Замедляшечку. И лазербин сюда поставим. На всякий случай давай их немножко поджарим здесь. Ой, красота. Так, что тут у нас все вроде бы под контролем. Кажется, как бы, да?
Очень много суеты, очень много всякой ерунды. Но, в принципе, ничего страшного нету. Также их уничтожаем, как обычно. Замедляем. Ну, все по стандарту. Так, вот эта могила меня бесит. Надо сюда поставить лазербин, точно. Вот так вот они будут просто пробивать весь ряд. В принципе, все, у нас, ребят, с тобой неплохая защита. Здесь уже, ну, никто ничего не сделает нам, понимаешь? Просто, ну, никто и ничего. Вон. Только горшочки с тобой зарабатываем. Слушай, ну энергии тут, конечно, ух. Какие огромные такие солнышки нам выпадают здесь. Давай вот так вот сделаем. И вот таким вот образом. Ну что ты идешь тут, а? Вот сюда нам не хватает, кстати, да, лазербин. Надо было сразу влепить, чтобы ряд у нас полностью с тобой был. Не-не-не, парень, ну ты не пройдешь, ведь согласись. У меня же ульта еще есть, я ведь могу в любую секунду ее задействовать. Ну вот, друзья мои, пятая ночь прошла на изи. Вот здесь можно сказать на изи. Здесь я уже более-менее уверенно себя чувствовал, как бы не паниковал, все у нас под контролем. И мы с тобой, что там откроем, солнечный этот орех или фасоль солнечная. Ну что, давайте еще, наверное, одну партичку сыграем, как говорится, на дорожку. И будем расходиться. Ох, ё-моё, сколько здесь могил-то вылезло. Ну, понятно, подсолнух мне запретили. Я надеюсь, грибы-то мне не запретят. Так, давай защиту возьмем. Дымогриб, кстати, я не испытал. Так, лава-гуава тоже неплохо меня здесь спасает. В плане... Вот он, лазербин. Так, летающих зомби здесь у нас нету. Так что можно не паниковать. Бонг-чой возьмем и... Па-па-па-пам-пам. Я даже не знаю, что нам еще здесь взять. Вроде бы как бы этого за глаза. Нет, подожди секунду. А где грибочки-то эти? Мелкие. Погоди-ка секунду. То есть вы хотите сказать, что я должен здесь справиться за 2000 солнца и все? Ай, опять эти уровни пошли, да? Опять эти уровни пошли. Ладно, возьмем с тобой электрический стебелек. Мы, кстати, его давненько не брали. Поехали. Лазербины. Выставляем вот так вот в рядок. И запускаем с тобой. Дальше уже будем смотреть по происходящему, что нам здесь понадобится и куда выставлять. Я думаю, что, наверное... Ой-ой-ой. Эй. Шитики. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай, пробивай их. Блин, да пошел ты отсюда, а? Что это сейчас случилось такое интересное? Я не врубился, если честно. Не совсем понял. Так, погоди-ка, это с бубенцами тут идет, звенит мне. Это мы стебельки уничтожает их, да? Окей. Это мне нравится. Так, и вот сюда на всякий случай я поставлю еще один лазербин. У нас, не забывай, очень много удобрений, которые мы можем в любую секунду применить. И мне кажется, что здесь лучше, конечно, вот эта вот грозовая тучка. Будет она поэффективнее. Она, по крайней мере, ой-ой-ой. А тут, друзья, уже, да, успели подбить. Давай-ка еще, наверное, с тобой дымогриппа так поставим. Отлично, просто шикарно. Так, пошла, пошла, родная, еще одна волна. Слушай, этот дымогрипп не исчезнет со временем, случайно? А то сейчас тут понаставлю на свою голову. Давай, 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 родные мои, бомби. Может быть, еще один стебелек сюда поставить электрический, а? Будет неплохо, я думаю, да? Блин. А вот это нечестно. А ну-ка давай. Жарих там всех к ядрене фене. Грозовая туча. Посмотри, что она делает, да? Ну, великолепно просто. Даже золотая монетка выпала. Всех порвали. Финальная волна. Понимаешь, финальная волна. И нам нужно с тобой еще запустить одну грозовую тучу. Разрядами там бомбит, прикинь, по ним. Просто доканывает их там.
Фи. Ребята, у меня еще даже одна ульта есть. Удобрение. Почему я ее называю ульта? Удобрение. Ну, для меня почему-то вот нравится называть ее ультой. Давай так поменяем. Точнее, применим. В одного прям. Изи. Вот этот уровень был действительно изи. И вот нам достается этот солнечный бобик. Бобик. Солнечный бобик. Ну, ты понял, да? Солнечный боб. Бин сан. А может быть, сан бин. Да. Так, а мы с тобой получим, интересно, пиньяточку или нет? Давай-ка выйдем на карту. Будьте добры показать нам. Да, друзья мои, что-то заработали. Квест комплит. Ну, пожалуйста, покажите мне. Вот, видишь, вот она. Пиньетка. И, видимо, здесь будет вот эта вот фасолина. Точно. Санбин. Все? А нет. Дымогриб. Угу. Да, еще дали мне. Так, что у нас там? Не успел прочитать. Ну, монетки, это как обычно. Я, ребят, до сих пор не могу восстановить 20 тысяч, которые у нас с вами были. По-моему, нет. Маленький гриб этот я прокачать не могу. А этот аж 50 требует для прокачки. Ох, какой жук. Ты посмотри. Так, друзья мои, смотрите, мы с вами довольно быстро летим. Тут 19 всего лишь уровней, 19. И мы с вами уже остановились на 7-й. То есть 12 уровней. Я думаю, еще на серии 2 нам с вами этого эпизода. Хотя хрен его знает, может быть, мы где-нибудь с вами встрянем по-конкретному. Я, конечно, вот этот магнит хочу получить. Было бы неплохо, да, чтобы забирать доспехи всякие у зомбарей. Ну и уничтожать их на изи. Ну что же, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.